Сумеется. Улыбайся. Оксанка потом ест и выглядит. Такие огромные тюльпаны. Да. Вот это. Так, давай сфотографируем. Сашка, иди сюда. Вот, посмотри. Посмотри, какой. А? Привезли маме показать деревню эту голландскую. А сегодня, как назло, фестиваль тюльпанов. И людей тьма тьмущая. Джон застрял с парковкой, а мы уже пошли сами. Парковаться вообще негде. В общем, толпы нереальные. Аж вот оттуда мы шли пешком. Ну, вернее, как, там приезжают школьные автобусы и привозят вас сюда. Видите, сколько людей. Но зато в этот раз тюльпаны порасцветали уже все. Мы тогда были... Было прохладно, и тюльпаны еще не все распустились. А сейчас вон поля какие. Сейчас мы туда дойдем еще. У нас они у встретились. А это все стоят наверх подняться. Да. В этот раз работает. Точно, на воде не было. Поставили сумку. А почему ты так пришел? Нет, это как болотистое такое место. Очень интересно, тут болото, а тут пирог. Да. Через канавчик, потому что канава разделяет вот этот вот. Да, сочные. Вот эти тюльпаны такие просто, вот они огромные, которые. Ой. Ага. Так смотри, а внутри вообще. А эти как аленькие цветочки. Угу. Цветок в цветке. Да, а еще интересно. Фотографируются все прям в тюльпанах. Что? Я слушаю. Дождик идет. Вон небо, видите, какое? Что? Слушай, один красненький. Угу. Что добрым руками? Ты зацепил. Выбрось, пожалуйста. Это цветочек, который уже ты его играет. В прошлый раз тут еще были бутоны, когда мы гуляли.
тюльпан Мерлин. Мерлин. Нежные такие. Угу. Вот таких я не видела еще. Вот рябеньких видела, вот я видела. Белые, это лимоны, а это... Сашка, разве ты не делала это самое? Идешь, вижу цель, не вижу препятствий. Галопом по Европам. Вылетаем. Джон так и не попал. Он только припарковался, пока мы уже выходим. Как лотосы просто. Тюльпаны такие.